Итак, еще раз здравствуйте. В нашей студии гости — это Людмила Невостроева, медицинский психолог Республиканской клинической психиатрической больницы имени Бехтерева. Людмила Михайловна, здравствуйте, доброе здравствуйте. Утро. Здравствуйте. Людмила Михайловна, вот как мы видели, что зачастую родители по разным причинам забирают детей из школы, но вот как основное выдвигают такое, то, что вот, ну, конфликтные ситуации. Ну или даже если не забирают, да, то в принципе случаются такие конфликтные ситуации. Как понять, что ребенку в школе некомфортно? Ну, самое первое, это вот возрастные кризисы у детей бывают. Самый возрастной кризис – это 7 лет. Мы отдаем ребенка в первый класс. То есть сразу получается вот… Ну, кризис, да. Пришел кризис. Да, ну кризис, но это зависит еще от воспитания. Некоторые кризисы не замечают в некоторых семьях. Растет ребеночек и растет, все ровненько, все у него хорошо. Но вот если, как вот заметить ребенка? Во-первых, сегодня в школу не пойду, я устал. Самая первая реплика. Вторая, там, мне плохо. Приходит из школы, начинает плакать без причины. Но это маленькие дети. Угу. Там замыкается. Это ведь еще период привыкания, может быть, ну, есть адаптации? Период адаптации в первом классе. А вот в начальной школе до пятого класса что-то ходил с желанием, а теперь уже перестал. Желание у него какое-то такое пространное. То есть я хочу, не хочу. Уроки учить еле-еле учит. Тут тоже можно факторы смотреть. Успешный, неуспешный. И еще зависит от воспитания. Если мы захвалили ребенка, то у нас самый лучший, самый гениальный. А там гениальных еще 25 человек. Же, да. И все хотят быть гениальными. Вот тут тоже может быть конфликт. Меня не заметили. На меня не обратили внимания. Да уже не по похвалили. Этой причине не похвалили лишний раз, да. Вот тут тоже будет, может быть, причина, потому что я не пошел. Либо межличностные отношения какие-то у детей. Ну а сразу ли... Да, родителям вот в такой ситуации сразу стоит бить тревогу или подождать, потому что капризы, какие-то вот фразы типа «я устал, не хочу», такое бывает, часто, наверное, у каждого. Да. Часто, да. И каждый раз забирать ребенка из школы и переводить в другую – не вариант. Спустя какое время нужно думать, что уже что-то не то? Ну, во-первых, родителям сразу надо быть очень внимательными, принимать участие в жизни школы, почаще заходить в школу, спрашивать у учителя, не по телефону, естественно, а просто прийти и сказать, что-то у меня ребенок без желания уходит, может, он что-то не понимает, может, ему что-то сложно. Учитель в это время может подсказать. У нас очень принято у родителей вставать в амбиции, обзывать учителя и некорректно относиться к учителю дома, за глаза, говорить об учителе всякие гадости. Ребенок это слышит, и уже авторитет учителя упал. Что бы учитель ни требовал, тут уже в любом случае... Для ребенка это не авторитет. Мама моя лучше, а вы все там можете мне не указывать. Тогда советы какие? Что делать? Как быть? Что делать родителям? Вмешиваться в конфликт, не вмешиваться. В конфликт, конечно, в любом случае нужно вмешиваться. Но не так, как два у нас папы в школе разодрались. На следующий день дети помирились, а папы врагами остались до пятого класса. Вот этого, конечно, не нужно делать. Нужно подойти к учителю, поговорить, что вот с моим ребенком. Может быть, действительно, ребенок мой виноват, а не все те дети, которые вокруг находятся. Может быть, он конфликтный. Может быть, что-то мы недопоняли. И вот когда это выяснится, войти на компромисс. Учитель там более внимательно относится. Уж в начальной школе очень внимательно относится. Это в старшем звене сложнее учителю увидеть. Какие-то конфликтные ситуации замечает, но в силу своей занятости порой проходит мимо. И вот если действительно как-то вот они коллегиально решили, выяснили, понаблюдали за ребенком, дали ему возможность адаптироваться. И дети, которые у нас не умеют общаться, они не адаптируются в школе. И ведь период адаптации полгода проходит. А мы думаем, за один день сходил, две недели, все, уже он привык. Это вот этот момент. Старшие классы тут, конечно, более серьезные. Есть дети у нас изгои. Ребенок не научился, и порой родители меняют одну школу, вторую, третью, а проблема-то та же самая. И в той школе его обижают, и в другой. Значит, тут нужно работать проблемы, с ребенком, конечно. А вот вообще самый агрессивный возраст? Какой? Ну, агрессивный, самый агрессивный, самый сложный. Все вот мы говорим эти кризисы, там, год, три года, семь лет, 12, 14, 15, 17. На самом деле в некоторых семьях это проходит, они даже этого не замечают. То есть потому что дети, родители занимаются воспитанием, потому что они с детьми разговаривают, потому что они их понимают, этих детей, их проблемы, и как-то становятся им друзьями. Но все сваливать на этот кризис... Агрессивный кризис там какой-то. Переходный возраст, переходный как принято возраст, говорить, да? Перебеситься, успокоиться. Этого не нужно рукой. Делать. Во-первых, если действительно, ну, самый такой агрессивный, скорее всего, это зависит тоже от темперамента. Если он холерик, он быстрый, стремительный, ему нужно все быстро делать, он живет эмоциями, чувствами, и он очень вспыльчивый, и порой бывает, не подумав, кого-то обидел. То есть тут нужно корректировать поведение ребенка.
и самого ребенка, и решать конфликты в классе. Если они не разрешены, тогда уже вот, ну, в старших классах там приходят с синяками, порванной рубашкой и так далее. Да, вот, кстати, тогда стоит ли родителям вмешиваться в детские конфликты? Обязательно нужно. Ну, не так, чтобы разборки. Не подойти уши надрать, скажем так. Нет, да? Этого не нужно. Тут Людмила Михайловна, ну, самый главный итог, который мы должны сделать, наверное, для себя, и для нас, для всех родителей, нужно заниматься детьми. Да? Потому что это, мне кажется... Быть внимательным. Быть внимательным. 21 век, когда все работают, все стараются заработать и забывают о том, что с детьми нужно проводить время, общаться, разговаривать. Да? И любить их. И любить их. Вот это, отличная это мысль. Это обязательно, да. На этом мы вас благодарим. Спасибо большое за советы. Будем надеяться, что если какие-то проблемы с детьми есть, то они разрешатся с помощью диалога, любви.